Ребята, все ждали, и я вернулся в YouTube. Сниму для вас небольшой рум-тур по хозяйству. Что я делаю? Погода у нас, конечно, последние две недели плюс 31 и выше. Что у нас по саду? Капуста посажена. Тут я покупал розы. 5 штук. Вот скоро они уже начнут цвести. Тут посадил газон. Пока что потихоньку выходят. Дорожка моя все еще жива. Хейтеры, ловите. Привет большой. Вы говорили то, что она, ну, после зимы разломается. Ничего подобного здесь. Как я сделал все. Плетенка. Газончик посаженный. Это я нашел. Коленчик и сделал из него клумбу. Надо убраться. Это будет зона отдыха. А тут я делаю навес для машины. Начал убирать чернозем. Сделаю подушку из песка и забетонирую. Вот. Идем дальше. Телочка и бычки. Навоз надо еще убрать. В этом году у нас, кстати, 5 телят. Пока что. Очень неудобно снимать на телефон эти ролики для YouTube, потому что я полностью не вмещаюсь. Даже вот. А вот новенький. 5 дней назад родился. Куда идем с пятачком? Большой-большой секрет. Короче, взяли зерна. Идем переставлять лошадей. Заодно покормим. Мы, короче, погнали переставлять лошадей. С Аделиной. А вон наши лошади. Братан, это я. Узнал, да. Смотри, что принес. То, что ты любишь. Только для тебя. Шучу, не для всех. Вот у нас штыри. О, еле вытащил. И вот такая цепь. Недоуздок не используем, потому что постоянно рвет. Сейчас переставляем на новое место. Молоток с собой я не взял. Приходится вот так вот. Опа. Опа. Силы есть, ума не надо. Опа. Ахара. Опа. Опа. Опа, бандиты. Все. Погнали переставлять. А еще мы деревенские играем в такую игру. Опа. На! Снежки. Ведро опрокинуло! Ялфа, так нельзя! Знаешь, что это не только тебе?
Взяла, все прокинула. Ну, молодец. Увидели ведро. Айда. Ёлка, айда. Вкусняшку уже хочешь побыстрее, ага. Ну, она доест там чуть-чуть. Она доест, она идет сюда. О-о. Ну-ка. Спасибо. Ялпа. Все вопросы к ней. Смотри, смотри. Не любит. Она не любит ее. Опа, оп. Не улетел на космос, а? В этом году стоит невыносимая жара и засуха везде. Вот это талая вода, ее хватало до осени, а в этом году, как видите, она подсыхает уже. Вот, вот этого барана надо подстричь. Все, пошел в тенек. А тут лайм. Вычесать. У нас телочка и бабочка, а этот у нас лимузин. Шо, Гавран, скажи, поставьте лайк, да, скажи. Этого барашка вот подарили, то, что там было два барана, и мать этого не кормила. А это мне подарил друг на день рождения, мы его подстрелили, это полукурдюк. А тут у нас, кто тут у нас? Здорово, бандиты! Тут у нас бройлеры. Курицы уже собираются спать, отдыхать. Адалин, тоже к ним садись, только не упади там. Яйцо не снеси. Безопасность превыше всего. Да, веревка выручает. Что случилось? Бомба, да, конфет? Заходим сюда, ребят. Я здесь. Оператор за мной. Так, коровы у нас пока что на пастбище. Тут три коровы, две первотелки. Эти уж ждут коров. Отдыхают пока что. Тут у нас два теленка тоже кайфуют. Безопасность превыше всего. Да, безопасность самое главное. Хорошо. Вот тут мы вчера с Аделиной замутили сеточку. Тут у нас что-то когда-нибудь гусята. Купим гусят, куры туда-сюда, чтобы они никуда не сбежали, чтобы здесь кайфовали. Тут у нас... Айдар оглох. Короче, тут начал грузить навоз в тележку. Завтра буду выезжать на этой крошке. Штамповка! Какой радиус, Айдар? 14 радиус. Педали бомба.
такие дела вот. Это Бобик. Это Бобби, который бездомный. Это приемный. Это, короче. Пока что она у нас тут ошивается. Мы ее кормим, тудым-сюдым, щиш-пыш, мамадыш. Пойдем, Бобик. Иди. Шаха, вечный аппарат. Помогает нам справляться с хозяйством. Там возит. Ай! Возит туда-сюда. Сено привозит. Вот такие дела. Сегодня затопили баньку. После баньки искупаюсь в бочке. Вот. Сейчас такой... покажу, в какой бочке, да, он будет купаться. Вот в этой бочке он будет купаться сегодня. Ну и я. Бобик. Вот такое вот небольшое видео для вас. Хоть что-нибудь-то там, чтобы было в Ютубе. Потому что у меня сейчас времени нету особо все снимать. Да, и в принципе снимать на телефон вообще желания такого большого нету. Потому что сами видите качество, как снимается все. Вот. Поэтому не поленитесь, поставьте лайк. И через пару дней я постараюсь сделать крутой влог с монтажом. Всем спасибо, всем пока.